Здравствуйте! Слова и музыку этой песни написала моя ровесница Надежда Мисякова из Белоруссии. И я думаю, если мы, дети, пишем такие песни, значит, вы взрослые, правильно нас воспитываете. Александра Щербакова, 13 лет, поселок Черноморское, Крым. Но отступать нельзя. И позабыть про страх, то не пали боя, то быстрый конфиг тихо хранится в сердцах живых. Ах, ветераны, наденьте свои ордена. Наденьте свои